Доброе утро, друзья! Мы сегодня уже с утра, в выходной день, приехали на озеро. Это Лебяжьи озера. Здесь очень много спортсменов, прокат, лыжи. В общем, люди еще катаются. Сегодня легкий морозец, минус 5 градусов. Пока ничего не тает, поэтому мы приехали погулять по лесу. Здесь прекрасный лес. В общем, досуг любой для всех. Мы уже перешли озеро и пойдем сейчас в лесочек специально погулять с Вакахой. Эти места мы тоже очень хорошо все знаем. Он тоже. И вот папа уже с ним впереди. Здесь есть собаки дворовые, но они нас не тревожат. Поэтому мы отпустили с поводочком вместе. И будем контролировать. Ай, скажи привет подписчикам. Скажи привет, Серёд, где папа? Там собаки на той стороне прям огромная с хозяином. Ну, мы пойдем здесь. Походим по этому берегу. Ладно, люди. Вы поняли, хвостатые. Пойдем. Походим по озеру. Прикольно сделали такие инсталляции на самом озере. Здесь в этом году мало снега, убирают, хорошо расчищают. И здесь катаются на ватрушках, на лыжах, на коньках, в общем, на всем. Прям катка нет, но люди катаются. Вон, ходят с питомцами. Надо на поводок, наверное, садить. Уйдем уже. Иди сюда. Иди на поводок. Быстренько, быстренько. Бакай. 30 раз повторять. Сидеть. Послушка. Папа, одеваем. Пусть пока на поводке гуляет. Бегает. Ага. Он все время куда-то стремится у нас бежать куда-то. Все куда-то надо ему. А мы сейчас посмотрим, если дорожка есть, можно и вокруг озера пройтись. Там как раз места такие. Могут быть и зайцы, и нанюхается что-нибудь. Он иногда поймает след. И все. И уходит весь в свои мысли. Он такой измотанный после этих вот прогулок по лесу. Он так не изматывается, даже вечером с девчонками носится, когда целые 40 минут без остановки. Вон собака огромная. Это, по-моему, дворняга там. Люди катаются. Ну вот мне нравятся такие дворняги, которые игнорируют. Не показывают, что они тут вожаки. Тогда и Вакаха спокойный. Сидеть, я сказала. Ждать. Вот только строго с ним. Никакой другой тон не работает. Чтобы таким кобелем управлять, надо постоянно командовать, как в армии. Вот так. Ай, молодец. Рядом. Рядом. Пока рядом. Пока барьер. Барьер. Ай, молодец. На пенек больше. Весна в этом году не задержалась, слава богу. В основном плюсовая температура. Сейчас все поплывет. Вот сегодня легкий морозится. Так радует, радует. И снега-то не так много. Я думаю, апрель уже будет без снега. И травка. Ну, в общем, в Казани-то это нормально. Так и должно быть. Деревья так скрипят. Дятлы. Ой, в общем, красота. Кузятина голая, побритая. На мызист забрил куза. Полгода теперь будет обрастать. Ебаба! Вперед! Пока вперед! Ищи, ищи, баба, ищи. Кто там вперед? Мышка там.
опять вкус этого рытья познал. Он же до года просто невозможно долго копал на полях. Я его не могла дождаться. Он минут по 40 мог зависать на одном месте копать. Ничем его не отвлечешь. А сейчас уже нет такого, конечно. Все, Вакай уже заметно в себя пришел. Мы еще пьем антибиотики. Нам 5 дней пить. Вот пьем их 2 дня, 3. Утром и вечером восстанавливаем ЖКТ, систему нашу. После инородки мягкой все вышло. Ну вот теперь каждый день он прямо возвращается, смотрю. Потому что было 3 дня голодовки у нас. Постоянные УЗИ. Он уже аппетит-то, конечно, на 3-й день пришел. А вот усваиваться пища не хотела. Рвало, диарея. В общем, после визита у нас в ветеринарную клинику все наладилось. И, в общем-то, ничего там такого сильно страшного не было, слава богу. Поэтому мы спокойны. Вот, кто не в курсе, еще раз повторю. У нас Вакай заглотил, видимо, от игрушки норковый хвост 12 сантиметров длиной. И вот он эти 3 дня... Видимо, она проходила через все эти каналы, узкие проходы в желудке. И вот прошла и вышла 2 дня назад. В общем, все нормально. Приходим в себя. Во вторник у нас будет, наверное, заключительное УЗИ. И там уже начнем готовиться к вакцинации. Надо будет проглистогонить. Хотя мы пастой пользовались недавно. Ну, вот уже зимой глистогонили. Ну, так как мой товарищ сыроед, в профилактических целях раз в 1,5-2 месяца. И тогда все будет хорошо. Потому что паразиты, они тоже эволюционируют, размножаются. И опасность для человека тоже заражение существует. Вот так. Вот тут рядом с лыжней накатано. Тут плотный снег. И идти удобно, видно, люди ходили. А через озеро там, конечно, провалишься, да и все. Никто же не утаптывал. Ну классно. Вака! Ко мне скорее, скорее, скорее. Скорее! Вака, просить! Просить! Молодец! Гуляй можно! Аж подпрыгивает! Летом мы завсегдатаи здесь гуляем, вот эти наши места. Кроме рыбаков здесь практически никого нет. Спортсмены обычно, они на той стороне озера бегают. А на этой, она такая более дикая, гуляем всегда мы, без поводка. Мы за городом находимся, поэтому здесь великолепно. Вакаха здесь охотится всегда, уток ловит по весне, там птицы, гнезда, в общем. Никогда он никого не поймал, никакие гнезда он не рушит. Там защитники, зоозащитники пусть не ругаются. Он просто следит, охотится, вынюхивает. Но он пытается, конечно, уток поймать, но они настолько быстро плавают, особенно даже и маленькие. Никогда в жизни он не смог поймать. И не поймает. А просто это охотничий инстинкт. Так что это вот наши места, где он вырос. Мы здесь очень часто гуляем. Может быть, кто нас смотрит постоянно или кто был в Казани, знает, о чем я говорю, знает Лебяжьи озера. Приезжайте, здесь очень активный отдых. Ой, классно здесь, конечно. Мы обошли, кстати, такую неплохую площадь леса и озер. И вот уже идем по этой стороне, где заезжали в это начало парка. Здесь летом красиво очень. Засматривается на всех. Погодка чудо. Сейчас уже теплее становится. Солнце уже значительно яркое. Греет.
Здесь какой-то спортивный лагерь рядом еще. Камеры наблюдения, столики. Летом просто здесь шикарно. Виды. Здесь можно сидеть, чаек попивать. Мясо жарят тоже. Тоже люди здесь, актив пошел. Мы же рано приехали, почти никого не было. Сейчас уже днем будет полно здесь. Машин заставят все. Ну вот, мы вернулись туда, откуда и начинали. Все. Быстро как-то. 4,5 километра. В общем, это мало. Надо в 2 раза больше нам. Можно еще. Ну, уже народ, уже неинтересно. Так что, друзья, вот небольшая прогулка от нас сегодня. Хорошего вам дня и настроения. Всем пока-пока.